Всем привет! С вами Информ ТВ. Полина Сыркина – популярная молодая актриса. В ее фильмографии множество рейтинговых проектов – «Стиляги», «Вызов», «Однолюбы», «Детективное агентство» и «Иван да Марья». Работа в мелодраме «В полдень на пристани» принесла молодой артистке яркую роль и любовь. Полина познакомилась с коллегой Константином Стрельниковым. Вспыхнувший на съемочной площадке служебный роман заметили все, кто был задействован в картине, хотя пара как могла скрывала свои чувства. Полина вышла замуж и сменила свою фамилию на Стрельникову. Пара тихо сыграла свадьбу, стараясь не привлекать к этому событию лишнего внимания. Любви не помешала даже существенная разница в возрасте – 10 лет. К сожалению, брак продлился недолго. В начале 2016-го они подали на развод. По словам Полины, с Константином они слишком разные. Личная жизнь актрисы вскоре наладилась благодаря работе в службе помощи детям «Доктор Клоун». У Полины начались отношения с Иваном Тутуновым, с которым актриса работает вместе в благотворительном проекте. Иван по профессии не актер, но занимается благотворительной клоунадой не первый год. Вместе с молодым человеком актриса в 2017-м побывала в США и путешествовала по Европе. В феврале 2018-го они стали мужем и женой. Полина считается высокооплачиваемой актрисой, хотя, по ее словам, у некоторых режиссеров девушка готова сниматься даже бесплатно. В год с участием артистки на экранах появляются 4-5 проектов. В большинстве из них актриса попадает в основной состав. Но не только карьере Сыркина посвящает свою жизнь. У нее уже двое детей. В 2018-м родилась дочь Нелли, а в 2019-м сын Петр. У них счастливая и крепкая семья. А какая роль Полины вам нравится больше всего? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!